Проезжает 7 метров. На кабине снаружи установлена видеокамера, транслирующая изображение шахты на экран над дверью. Мы на смотровой площадке на высоте 337 метров над землей. Красный квадрат, вы боитесь этого стекла? Ох, не по себе что-то. Посмотрю-ка лучше пейзажи. РТ-95 на связи. Нарушитель сбежал. Прием. Внимание! Найден преступник. Красный квадрат. Взять его! Такого меня точно никто не узнает. Выкрутился. Следующая станция – ЗМГшная. Станция Ляд. Следующая станция – АТБ-ский завод. Осторожно, двери закрываются. ТНТ, привет! Привет! А кто ты такой? Ты не узнаешь меня? Я же Красный Квадрат! Красный? У меня что-то с глазами, или ты хотел сказать серый? Ой, да, точно. Но сейчас я стану... Красным Квадратом! Ага, действительно красный. Ну тогда заходи. Ну рассказывай, зачем пожаловал? Пришел просить у тебя помощи. Ну и чем я могу тебе помочь? Меня выгнали из телецентра и не пускают обратно. Во всем виноват Вид. Это он хотел сжить меня сосвету. Точнее, с телевидения. Ага, Вид. Возомнил себя королем телевидения со своими дружками. Я хочу найти способ вернуться обратно, а его выкинуть из телецентра. А как ты пройдешь в телецентр? Там охрана? Ого-го. Не знаю. Давай подумаем до вечера. Как же там все-таки обойти охрану? У меня есть идея! И какая же? Ну как думаешь, заметит меня так? Надеюсь, что нет. Ну тогда за дело! На телецентр! Куда это он? И что у него с лицом? Я думаю, можно тут разъединиться. Ну и теперь веди меня к Виду. Я тут не ориентируюсь. Не, так не выйдет. Нужно что-то еще. О, я знаю, что делать. Алло? НТВ, это Красный Квадрат. Мне нужна твоя помощь. Помощь? Посреди ночи? Вы приговариваетесь к запрету звонить мне. Да стой, стой! Я тебе передачу свою дам. Передачу? Ладно, что тебе нужно? Надо взломать дверь. Взлом двери? Это я умею. Дверь на 8-м этаже, рядом с лифтом. Через 5 минут приду. Сейчас все будет. Ну давай, давай! Ни один замок передо мной не устоит. What's up? Красный квадрат.
Так, ну и что же вы думали тут? Совсем уже с ума свихнулись? НТВ, от тебя я никак такого не ожидал. Еще раз такое сделаешь, больше не будет у тебя канала, ясно? Понятно. Чтоб я еще раз этому КК помогал. А ТНТ и Красный Квадрат сейчас полетят отсюда. ТНТ, в своем офисе сиди и не высовывайся. А с Красным Квадратом и обсуждать нечего. Отличная передача. Эх, что же делать-то? Есть, конечно, идея, но для этого опять придется ехать к ТНТ. Попробуем. Попытка не пытка. Уважаемые жители и гости города Многодверск, из-за необходимости срочного ремонта эскалаторного туннеля станция Ляп открывается. Вносим извинения за неудобство. Еще и поездку зря потратить. Через месяц. Без метро я до ТНТ не доберусь. Поехали! Многодверский, переменная облачность, 21 градус тепла. Ну не туда же! Сейчас я приведу в действие механизм русской рулетки, чтобы определить, кто из участников задает первый вопрос.